Я как Хюрем Султан. Все расшито. Так сказать, все блестящее. Всем привет. И сегодня, мои господа, я как Хюрем Султан. Вы только посмотрите. Какие бархатные или вельветовые они сапоги. Очень красиво. Прямо все расшито. Прямо ручная работа. Здесь прям конкретно постарались. И это у нас 38 размер. Каблук у нас шпилька невысокая. Что будет очень комфортно вам ходить. Но я не могу. Прям такая красота. Как же они блестят. Вот эти стразы. Как будто бы это все вручную приклеено. Прямо постарались. Здесь, кстати, есть маленький нюансик такой. На одном из этих. Здесь как бы чуть-чуть потрепано. Мне кажется, если зажигалкой прижечь, вообще нормально будет. Даже никто не заметит. Ну, лично я как бы и не заметила. В основном вообще классные сапоги. Ну, давайте походим. Только посмотрите, как стразы переливаются. Это же прям вообще. Ну, это просто я ворона. Люблю, так сказать, все блестящее. Так смотрится. Богато, да? Еще этот винный. Оттенок сапог. Прям они вообще такие классные. Ладно, нам пора прощаться. Пока!